Всем привет, друзья! С вами Механик и Алекс. Всем привет, народ! Алекс опять заторможен, но ничего страшного, потому что сегодня у нас новая РПшечка прямо для вас, братишечки, прямо для вас, горячая, свежая. Фух. Мы поедем сегодня на рыбалочку в новое место. Вы такого еще не видели. Там и горы, и озера, и дома, и шашлык, и башлык, и все будет как в лучших домах. Братишка, Алекс, братишка. Виноград, шампанский, виноград, все будет. Братишка, давай мы с тобой найдем магазинчик, потому что нам нужно взять виноград и шампанское. А ну, может, как? По пути где-то по трассе будет. Ты думаешь, по трассе где-то возьмем? А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие ключи и аккаунты по самым доступным ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Слушай, ты на своем Мерседесе-то там не выпендривайся. Куда ты это уперто так вперед? Я же тебя не догоню, дяденька. А у тебя дизельный или бензиновый, а? Это что, ГЛЦ или ГЛА? Что это такое? Это ГЛС? Кто это? ГЛЕ? ГЛЕ что-то. Да давай ехай, курва. Не едет. Уф. 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 Ух ты, ё-моё, я копа саданул. Слушай, а саданул. Нам не на этот мост нужен? Я копа в жепу саданул. Нам на этот мост, походу, надо. А вон, смотри, там дальше будет поворот направо. Поехали туда. О, вот, налево, смотри, хороший налево поворот здесь? По дворам. Ну давай. Тут еще с нами подписчик еще затесался на Форде. Поэтому он дорогу, конечно, не знает, но он поедет за нами, я думаю. Так, еще налево опять сейчас. Бля. Чё там, это не тот? Да это не то. Блин, не то. Ну дальше ты... куда? Ну ты дубни... Подожди, стой, не надо мешай. Дальше, давай здесь. Давай не здесь, мешай. Да. Вот здесь. Где? Я запутался, где ты? Куда ты вот, поехал? Вот, я уже в... вниз. В депо? Рации что-то... У нас, ребят, у нас рации плохо работают. Ё-моё, как тут вообще спуститься-то вниз? В смысле, как тут? Надо прыгнуть. Да ё-моё, куда вообще с как... тобой поехал? Это-то. Да ёб твою душеньку, что ж такое-то? С я нитро не... прыгай. Я не долетел. Оттуда сверху. Да нахер я так поеду. Так прыгни еще раз. Да зачем я там где-нибудь найду щелочку? У меня туарег все-таки. Да у меня туарег. А у меня мерседесер. Ну это аргумент, конечно. Да, я не найду. До свидания. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик. Ах, а ты мог... Да ёбаный, сука! Ой, простите. Простите, не хотел, ребят. Тут просто очень такая... Ты себя по жопе похлопал? Да. За сквернословие тебя по жопе похлопал. Не, ну это просто какая-то вообще... Это бредятина просто полная. Я весь о! Туарег... Я весь туарег себе разэтал уже. Бредятина или дядя? Меня не слышно было. Просто этот, оно раз... Тишина, а потом дятина, понял? Я не понял, что. Так у меня также, я тебя слышу, просто рации плохо работают. Мы по рациям общаемся, вы понимаете же это? Причем, народ, это Дискорд. Обычно так Skype работает. Да Skype иногда даже лучше работает, а это Дискорд, действительно. О, смотри, наравне идем на... Блю. Прикол. О-о-о-о, смотри, смотри, смотри. Я реально в пол там... Я тоже. Тупо одинаковое. Именно дрэх. Так. Ой, не впилиться бы. Прикольно, да? Вообще. Угадали, что? Опа! По-моему, тут Мегас. Магазин. Еле оттормозился я. Вот тут Бургер Кинг, пицца. Пицца Хат. Пицца Соник. Пицца Соник. Ой. А наконец-то открыл он о, пиццу. Смотри. Класс. Так, где заправка? Надо запарковаться на парковочке. Ребят, где заправка? Парковка? Нужна. Да мне не нужна заправка, у меня дизель. Экономичный собака. Сутула.
Оп! Насадился. Чё такое? Да припарковался на два места, но ничего, это нормально. Итак, ребят, нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, прямо сейчас в комментариях к этому ролику напишите, что мы должны вместе с Алексом и нашим дорогим подписчиком взять с собой. Прямо сейчас, пожалуйста, пишите. Вот прямо сейчас, самое время написать. Я надеюсь, что вы написали уже. Давайте посчитаем до трех вместе. 1, 2, 3. Успели? Красавчики. Ну а мы стартуем. Продуктовую корзину каждый, я думаю, для себя выберет. И мы наконец-то можем ехать дальше. Да. Так, а нам? Ух! Нет, ты, давай ты срежем. Кут, куда? А куда мы тут срежем? Куда? Да ты просто повернул прям в меня. Я испугался. А, да тут типа, ну, как бы... Это... А, Huawei? Верно, да? Или... Это Huawei или что это? Вон, Сан-Бердандиньо, нам туда, точно. Нам дед рассказывал, что там грибы просто вот такие вот, мухоморы растут. Он собирал их, ел, поэтому прожил до 55. Что? Ну да. А, ну да. Просто куда-то пропадает. О, так у него тоже туарег-то нашего брата. Ё, медведь выбежал прямо на меня. Сан-Бернандиньо 4 километра. Вообще. Нормально. Где там отстал? Слышишь, сколько уже проехали, все равно 4 километра. На всех указателях 4 километра. А может это указатель, что это от Лос-Ангелеса 4 километра? Мы же двинули с Лос-Ангелеса. О, смотри, мост какой красивый, офигенный. Угу. У меня, в принципе, нитручо есть. Я думаю, если бы я тогда не забыл, на какую кнопку у меня нитручо, мы на дреге бы с тобой совсем по-другому сыграли. Хотя, не знаю, ехал бы ты на нитрусе или как. Ой, откуда тут машина еще взялась? Машина откуда-то взялась на встречке, вообще непонятно, что он там делает. Ребята, вы видели сами машину на встречке? Откуда она там появилась? Это просто нонсенс какой-то. 2 километра. Ой, так мы подъезжаем. Офигеть. Ребят, я уже вижу. Я уже вижу. Вон оно. Но это речка, нам нужны озера. А там слева где-то должно быть от дороги. Вот это красотень. Ядрить кудрить. Вы посмотрите, что за виды. Вообще кошерные, просто очень красивые виды. Ребята, я вас всех люблю. Это вообще космос. Ой-ой-ёшеньки-ёй! Слушай, нам надо... Ой-о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 й-
Куру хотел. Я еле оттормозился, у меня тормоза-то хорошие. Опа! Стоп! Во. Сюда поворачивай. Так, это Сан-Бернардино, вот да, это черный справа было. Черный красивее выглядит, да, Турик черный? Черный вообще красивый, вообще красавчик черный. Вообще молодец. Слушай, ну по полю, что в принципе по асфальту и по полю одинаково едет. Ну вот, ну, это по грунтовым дорогам Казахстана, я бы сказал. Я вот по таким ездил, это реально дороги Казахстана, ребят. Всем, кто живет в Казахстане, саламчик. Так. Слушай, а тебе не кажется, что вот это место очень похоже? Ёпта, тут такой трамплинер, будь осторожен. Вау. По-моему, тут уже озеро слева какое-то. Не вижу пока. Вот справа речка. А, ну на возвышенности. Вот сейчас дорога будет, вот сейчас, поворот. Они на возвышенности дофига. Короче, вот поворот, и мы сейчас прямо к одному озеру приедем. Но предлагаю на нем не останавливаться, а проехать их все. Ну, посмотреть, какое лучше, где рыбалка, так сказать, пойдет. Так они на возвышенности, ты к ним не подъезжаешь. Да вот, я подъехал уже к одному, тут дорога прям. Я вас потерял, где вы есть? А прям по этой дороге едь, и будет первый поворот налево. Что-то мы оторвались. Ну, у меня туареги просто, ты-то понятно на своем Мерседесе. Ёб твою, это вот это красиво, слушай. Сейчас мы его объедем. Там можно спуститься к нему прям. Да? Да, смотри, виданы какие, просто как Зинаида Зидана. Это вообще пушечный вид, посмотри отсюда. Ну, там было другое озеро, там и дом есть, прямо возле там озера. Там вон тоже стоит. Внизу дом стоит, поехали вниз.
Вот сейчас огибай его сюда и вниз как бы заворачивай. Вот сюда. Вниз? Вот, вот сюда, да, вот сюда. Давай аккуратненько. Получится, нет? Мне кажется... Ты что? Подожди, подожди, стой, стой. Мне кажется, можно. Нет? Мне кажется, ни хера. Подожди, вот там, левей надо, левей. Левее, левее, братишки, вон оно. Вот вроде здесь можно. Так, аккуратно. Йо, тут скала оказывается. Подождите, или вот там? Тут куст в воздухе. Так. Сейчас окажется, что скала оп. Прозрачная. Оп, уперся. Ой-ой-ой-ой-ой. I'm sorry. Так, смотри, что тут вообще. Тут еще одно озеро получается, что ли? И то озеро, и это озеро. Ёпты. Утоп? Мне машину помыли. Слушай, вот оно. Какое? Вот. Вот это? Все ко мне, да, здесь, смотри. И бережочек здесь вообще такой прямо кайфовый. Смотри, как ты любишь. Вообще, смотри. А вон домик. Это дачный домик этого Петровича. Где-то вот здесь я видел его. Вон. Где-то здесь был. Сейчас я доеду, посмотрю. Вон домик. Не вижу. Вот, вот здесь прям, вот. Блин, так мы зря там проезжали. Вот можно было вот так, оказывается, проехать. Вот и домики. Так ты ж поехал. А я этот такой сусанин-то из меня, ты сам знаешь. Вот он. Во, и велик Петровича стоит, смотри. Вот он. Кошака выбежал тут, или собака, да? Во, и дождь пошел, как назло. А у меня еще нет. Ну что, тогда бухлишка сюда, а сами на рыбалочку, правильно? Наверное. Так? Ребят, у нас сегодня получилась интереснейшая РПшечка. Мы нашли новые интересные места. Если вам они понравились, если вы ждете новых от нас РПшек, обязательно ставьте ваши лайки. Не забудьте подписаться на канал и жмите колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. И с вами был Механик Алекс. И всем пока. Пока-пока, ребят.